Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено певчим попугаям, разведению певчих попугаев. Есть хорошие новости. У одной пары есть один птенец. А всего у меня участвует в разведении. Вот там раз, и здесь два, три, четыре. И пятая сила, две кладки сделала, и две кладки пустые яйца. Сегодня я сейчас покажу, чем кормлю, как содержу, и покажу вам птенчика. В общем, друзья, сейчас все по порядку объясню, посмотрим, где ошибки я допустил, потому что, ну, сработало из пяти пар, только, грубо говоря, одна сработала. У другой были болтухи, а остальные, раз, два, три, а остальные три пары вообще даже еще не снесли ни одного яйца. Так, друзья, вот у этой пары, вы сейчас видите, самец и самочка. Самец яркий, самочка невзрачного цвета. У этой пары появились сперва яички, потом вылупился один птенчик. Сейчас я вам подробно покажу, чем я кормлю сейчас, вот в период выкармливания птенцов. Итак, значит, по порядку. Даем отстойную воду. В плане питания классическая зерносмесь. Здесь лен, канареечное семя, семечки подсолнуха, овес, проса и сафлор тут где-то был. Сафлор, кстати, брал на рынке, не прорастает. Здесь немного есть пророщенное, есть замоченное зерно и кусочки яйца. И самое главное, сейчас они очень любят, прямо они аж пищат, когда я им даю, они кушают. Это стрелки подорожника. Кто знает стрелки подорожника, вот имейте в виду, в период выкармливания певчих прям хорошо идут, и птенец живет, и все у него классно. Кто не знает, что такое подорожник, в конце видео можно там сюжетик сделаю, покажу, как на кустике растет подорожник. Итак, вот это кормление, это питание. Сейчас покажу вам птенчика. Итак, вон видите, уже заботливые родители переживают. Значит, смотрите. 7.07 было 3 яйца. 14.07 я просветил, был оплот у всех трех яиц. Вылупился всего один птенец 23 числа. Сейчас откроем скворечник, покажу вам птенчика. Открываем. Вот, друзья, включили свет. Перед нами птенчик певчего попугая. Расцветка еще неизвестна. Все, убираем камеру, а то это вид попугаев очень пугливый, очень такой он, ну, в общем, не любитель. Если, допустим, разрыв можно пенантовых поснимать, карел поснимать, то певчие к съемке относятся очень критично. Ну, в общем, такие вот, ребятки, дела у нас. Появился один птенчик. Клеточка немножко затемненная, вы видите. Мне, на мой взгляд, именно вот в затемненных клетках певчие, по-моему, даже лучше плодятся. Сейчас вот я им кормежку разложу, воду подальше, корм туда. И мы сейчас с вами посмотрим, если нам удастся, как они кушают. Ну, а как птенца кормят, мы уже не увидим. Так, пока эти будут осматриваться, я вам покажу сейчас другие пары, которые не сработали в этом году. Ну, может, попозже сработают. Были случаи, что в сентябре садились. Так, вот тут вот это получается средний уровень, средний ярус, более освещенный. Здесь классическая пара. Самец природной расцветки считается классикой. Так, на верхнем ярусе у меня синие певчие. Здесь у них есть вентиляционный канал. Вентиляция. Все никак не сделаю вылетом на улицу. Вот такой вот самец. Слева самка, справа. Самка дымчато-шиферного цвета. В общем, вот такие вот у меня дела. В этом году как-то не очень. Были... Там в описании вам дам ссылку, посмотрите. У меня были результаты в один год, что вот 5 яиц, и все 5 яиц вылуплялись. Не знаю, может... А в этом году, вот видите, как слабенько. 3 яйца, и были оплот, и вылупился только один птенец. А у другой пары... У другой пары вообще было 2 кладки, но никто не вылупился. Так что в чем причина, не знаю. Кто, у кого есть какие-то соображения, пишите в комментариях, будем... искать причину. И я еще думаю, может быть, сильно жарко. У меня в этом году здесь температура поднималась до 35 градусов жары. Я думаю, может, яйца как-то пересохли или высохли. В общем, пока думаю, на это пока грешу. Для тех, кто не знает, как выглядит растение подорожник, вот хочу вам показать крупным планом. Произрастает в основном понад дорогами. Вот видите, тут тропинка небольшая с правой стороны. А слева вот уже такая каменная насыпь.
И вот на границе вырос подорожник. Вот такие молодые листики. Где он тут? Вот молодые листики. Это можно давать попугаям, но в период выкармливания птенцов я не решился давать зелень именно певчим. Я даю вот такие вот стрелочки. Семена уже набухают. И вот, допустим, эту завтра срежу, отдам. И послезавтра, допустим, вот только цветет, видите? То есть стадия разная. Здесь цветение, здесь уже идет созревание. Вот здесь несколько стрелок я оставил на семена, чтоб тут посажу, еще в лоточке отдельно посажу. То есть вот так выглядит подорожник. Можете предлагать своим птицам. Подорожник, вот эти стрелки можно предлагать как и попугаям, так и канарейкам. Амадинам, кстати, не пробовал. Надо попробовать амадинам. Будут они есть. Но я думаю, они не откажутся. Вот такие дела. В общем, друзья, подписываемся на канал. Всего всем хорошего. Всем удачи и до скорой встречи. Продолжение следует.